Золотые Apple Watch по-настоящему революционный продукт. Их особенностью является то, что они позволяют общаться с непревзойденной точностью того, что у вас есть $10,000. Что отличает золотые Apple Watch от вашего обычного Rolex, это то, что люди точно знают, сколько они стоят. Реакция людей примерно такая. Боже мой. Неужели они стоят $10,000? И они понимают, что денег у вас до жопы. Apple Watch выпускается в трех вариантах: золото, сталь и алюминий. И хотя функционально они полностью идентичны, единственная разница между ними — это сколько денег вы зарабатываете. Золотые Apple Watch сохраняют столько времени. Вдруг я захочу проверить, сколько у меня денег, я просто смотрю на свою руку. О да, я богат. Новые Apple Watch дают вам революционно новый способ общения со своим окружением. Вместо того, чтобы писать им текст, они могут просто посмотреть на вашу руку. Золотые Apple Watch — это лучшие $10,000, которые вы когда-либо тратили, ну, пока не выйдут новые.